Всем большой привет! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о колясочке от компании Römer Britax. Это моделька Beagile R называется. Существует еще колясочка M. Ее обзор у меня есть на канале, не так давно был, поэтому, если интересно, можете его посмотреть. Но сегодня мы с вами разберем версию именно R. Давайте я вам зачитаю в двух словах технические характеристики. Так, кстати, производитель дает гарантию на коляски свои 2 года. Чаще всего это год, поэтому 2 года это здорово. Вес коляски у нас 10 килограмм. Угол наклона спинки у нас 110-170 градусов. Так, с полугода до 4 лет можно ее использовать. Максимальный вес ребенка, кстати, что очень важно для многих родителей, это 22 килограмма. И ширина, кстати, колесной базы у нее тоже не очень широкая, она 56 сантиметров. Поэтому в любой лифт, куда угодно, вы на ней спокойно заедете. Так, собственно, давайте продолжим изучать. Так, что у нас в комплектации? Так, дождевик еще, кстати, идет в комплекте и подстаканник. Это здорово. По большому счету, это все, что обычно люди докупают. Но в зимний период, может быть, если это вам сильно будет нужно, и вы живете в холодном регионе, то можно будет докупить накидку на ножки. Но это не обязательно. Вот, соответственно, все остальное будет уже в комплекте. Давайте уже изучим колясочку. Ссылку, кстати, на нее на First Buggy, первую коляску магазин, я оставлю в описании. Там все точно в сантиметрах, там все-все, все характеристики полностью тоже есть. Если в обзоре понравится, можете заказать, вам ее привезут. Собственно, это у нас прогулочная коляска. Как я уже говорил, она у нас с 6 месяцев. А с 6 месяцев по той простой причине, что она не имеет реверсивный блок. Ребенок у нас смотрит по ходу движения, так как до полугода он обязательно должен на маму с папой смотреть и лежать на ровной люлечке, поэтому она у нас из полугода. Соответственно, сверху вниз давайте пойдем ее изучать. Смотрите, козырек. Козырек здесь у нас из 3 секций. Даже я бы назвал 4 секции, потому что вот эту часть, ее можно тоже спрятать, открыть. Ее почему бы и смело не называть секцией. Тоже секция. Соответственно, вот эта центральная часть у нас на замочке закрывается. Вот так вот у нас это будет обычный, стандартный его размер. Притом он и так уже большой получится. Открываем, увеличиваем его прилично сильно. Соответственно, у нас здесь есть небольшие такие окошечки с москитной сеткой. Также есть окошечко с москитной сеткой, чтобы мы могли наблюдать за ребенком сверху на липучках. Вот был бы магнит, было бы вообще идеально. Соответственно, вот по козырьку у нас стандартная понятная ситуация. Что мне еще нравится, он не громко щелкает, достаточно тихий козырек и легко регулируется. Соответственно, что касается ручки, ручка у нас здесь не регулируется, она у нас в стандартном статичном положении. Вот смотрите, 186 рост, поэтому проецируйте там, какой у вас рост, вот приблизительно, чтобы вы понимали, какая высота ручки. Ну, мне большинство ручек, даже бы ниже, повыше, мне устраивает, мне удобно. Но имейте в виду, высота такая, и что очень немаловажно при высоком росте, шаги большие, и здесь у нас идет рама с дугой вот такой, и тут нет перекладины. Я не пинаю ногой ее вообще никак. Это при прогулках с высоким ростом родителей очень важный момент. Это даже, наверное, основной критерий, по которому рослые родители выбирают себе коляски. Дабы не пинать ее, дуги здесь нет. Соответственно, что у нас из себя представляет сиденье? Давайте сразу посмотрим на регулировку той самой спиночки. Смотрите, здесь у нас есть ручка. И у нас нету никаких тросиков. Просто откидываем, и у нас вот таким способом она регулируется. Поднимаем, толкаем, все. И вот те 170 градусов. Смотрите, из особенностей, не всем это нравится, но что есть, то есть. Вот задняя стенка, она никак не открывается. Здесь целиком идет ткань и полностью закрыта. Летом вы здесь не откроете для проветривания. Поэтому вот такой вот нюанс.
Так, что касается самого сидения, смотрите, еще интересный момент. Сидение здесь не 90 градусов, но близко к этому, и у нас спинка сильно не завалена. Это на самом деле для многих будет плюсом. Многие родители хотят, чтобы коляска не была сильно завалена, не была сильно завалена назад. И посадка получается такая капитанская, ребенок хорошо держится за бампер, все четко. Спинка жесткая, ровная, все замечательно. Места много, высокая она, вот все окей. Что касается безопасности, мягкие накладочки у нас, пятиточный ремень, паховая зона тоже с накладкой, бампер, естественно. Он как калиточка у нас откидывается. Это очень здорово на самом деле, друзья. Это облегчает жизнь. Подножечка. Подножечка, по-моему, с двух кнопок, да. Вот так у нас регулируется подножка. Тут у нас есть ступенька. В общем, все для комфортной прогулки и нахождения ребенка в коляске здесь есть. Еще хочу подметить момент с тканью. Ткани здесь действительно классные. Коляска сейчас на текущий момент, сколько она у нас стоит? В районе 24 тысяч. И эта ткань действительно соответствует этой стоимости. Ткань, ну, не могу назвать какой-то премиальной там. Видал и получше ткани, но в прогулочных колясках в таком ценовом диапазоне это очень-очень годная ткань. Ткань вот такая, она долго не теряет товарный вид, тактильно приятная. Это все, естественно, там непромокаемо, непродуваемо. В общем, в этом плане все хорошо. Так, давайте посмотрим теперь на раму, что из себя представляет рама. Проверяем с вами амортизацию. Понажимаем. Так, сзади амортизация есть. Проверяем, что у нас спереди. Ну, слушайте, спереди ход достаточно небольшой в амортизации. И назвать ее какой-то там мега плавной я не могу. Но немножко спасает ситуацию то, что у версии R колеса уже не просто полиуретановые, а это облегченная резина, и тем самым плавность хода у нас лучше, чем с полиуретаном. И ребенку комфортнее. Так, смотрите, что касается тормоза. Здесь у нас нормальный такой тормозочек с педалью. Но единственное, смотрите, он нажали. И вот вторым нажатием вы его не откроете. Нужно снизу ковырнуть. Поэтому обувь на прогулку одевайте подешевле. Соответственно, багажник у нас тоже с нормальным доступом. Специальные пластины жесткие на донышке багажника установлены, чтобы он не провисал сильно. Он достаточно глубокий. Тут у меня как бы вопросов, в принципе, по большому счету нет. Так, и, естественно, передние колеса с возможностью блокировки, чтобы вы преодолели какую-то неровность. Так, теперь давайте посмотрим, как коляска у нас складывается. Ведь книжечка – это же и преимущество перед всякими другими типами колясок. То, что ее можно легко сложить пополам. Здесь кнопочку нажали. Ой, снял случайно. Не закрепил, точнее говоря, перед этим подстаканник. Так-то он не падает никогда. Вот, собственно, что мы имеем. Бампер, если убрать, будет еще компактнее. Можно и колеса снять при необходимости, будет еще компактнее. Собственно, вот что мы имеем. Типичная современная книжка для нормальной, комфортной жизни. Вот, все, не было щелчка. Соответственно, вот так она у нас складывается. И давайте теперь в двух словах подведем итоги. Я своих детей всегда катаю в Бритексе, Бимоушене, Бритекс Go Big тоже использовал. Мне лично Бритекс очень нравится. И нравится не просто так, вот просто нравится и все. Они реально годами заслужили доверие. Это очень надежнейшие коляски. Я не знаю, сколько, 5 лет уже, да, мы катаем. 6-й год вот сейчас идет. И в хвост, и в гриву, как говорится, коляски не ломаются. Просто я не знаю, что... Ну, конечно, по-идиотски эксплуатировать ее можно сломать, но здравомыслящий человек, не ломая ее специально, ее сложно сломать. Это очень надежные коляски. Они удобные, хорошо снимаются, все чистится, моется, стирается.
В общем, я не знаю, к чему придраться. Мне лично очень нравится. Цена, да, немножечко выше, чем там какие-нибудь польские непонятные бренды, конечно. Но, учитывая, что это Britax и 20, там, сколько, 4000 рублей на момент снятия этого ролика, не забывайте проверить цену по ссылке внизу. Вот, это хорошее соотношение цены и качества. Единственное, вот здесь бы еще какую-нибудь регулировочку ручки по высоте, и все. Не знаю, цены бы и не было. Но ручка находится в таком, знаете, универсальном месте, где большинству вот, родителей должна подойти. Ну, собственно, я, как всегда, Britax рекомендую смело, вообще вот просто, вот, как говорится, с чистой совестью. Вот, и если будете приобретать, будете очень довольны. Ну, а купить, естественно, вы знаете, где первая коляска, где же еще можно хороший товар, качественный, сертифицированный, с официальной гарантией приобрести. Поэтому первая коляска, ссылка внизу в описании. Понравилась в обзоре колясочка, заказывайте. Можно даже две привезти разных цветов. И вы дома посмотрите и выберете, оплатите там картой, наличкой, как вам удобно. Ну, собственно, все. Если вам обзор был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь обязательно на канал. Это очень помогает развитию этого канала. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляской для вашего ребенка. И всего доброго!